Хей, гайс, и мишимки, мы продолжаем проводить игру под названием Guacamole Turbo Super Championship. Не знаю, почему не Champions. Я это только заметил, да, под конец уже игры. Там написано не ту... не Champions, а Championship. Типа чемпионская овечка, типа или типа того. Короче, я собрал два... мне нужно было всего лишь еще две монеты, у меня было 8. Как вы видите, теперь я могу сюда зайти. Давайте посмотрим, что здесь. Это у нас Casa del Diablo. Ага, тут у нас какой-то лифт. Кто-то сейчас может... Ладно. Я так и поступлю. Главное... A winner is you. А победитель это ты. А, это какие были главари? Ну, это типа такой злобный, знаете, я такой... жадненький, можно сказать. Котейка. Бакет. Вот где-то знакомая, вот где-то я его уже видел. Вот не вспомню, из какого-то мультфильма. О, Лучадор, добро пожаловать в мой офис. Прости за беспорядок. Работа копится, когда тебя узурпируют и изгоняют, верно? Я так занят с тех пор, как вернулся. Знаешь, проверял команду, поддерживал моральный дух. Поэтому твоя помощь с открытым лифтом весьма ценна. Желаю удачи избавить твой мир от Калаги. Я слишком занят, чтобы помочь... Но есть кое-что, что может тебя заинтересовать. Арбузики? А знаешь, я воодушевлен. Я готов запереть здесь и заняться этой бумажной работой. У них внизу точно все под контролем. Кому вообще нужны руки для письма, верно? Слышал о двухпальцевом методе печатания. Посмотрим, что меня тут ждет. Начнем с того, что я могу здесь менять образы.